22 мая 2019 года, детский парк Анапа, Лазертаг. Дети играют, казачий 4-й Б-класс. Как раз сейчас самая такая пошла напряженная игра. Дети разогрелись, разыгрались, вошли в азарт. Играть здесь одно удовольствие, такая зелень, трава по пояс. Там я лично ничего не понимаю, куда стреляют, в кого, зачем. Ну все, игра закончена. Конечно, сегодня повезло с погодой. Место замечательное. Это детский парк. Буйная трава. Летом, конечно, такого не будет. Сейчас вот самое буйство. И, конечно, красиво очень смотрится акация. И небо голубое. Это был Лазертаг Анапа. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. До следующих встреч, друзья.